Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзорчик топовых рынков, выходные, и у нас поменялись акции. Посмотрим, что интересного есть. Начнем, как обычно, с русского сервера. Ну, большой пак, как видите, уже продают целого фобу. В принципе, хоть более-менее начали продавать героев. Анубис, Ворожей, вообще уже копейки. Да, начали двигать героев на русском сервере наконец-то. Так, набор сокровищ. Интересно, поменяли у нас сокровища или нет. Что-то акции сегодня печальненько грузит. Вот так вот даже нас выкидывает с акций. Так, смотрим еще разок. Набор сокровищ. Ну, в принципе, вариант собрать есть зефира. Неполного. О, ничего себе. Набор один за один самоцвет на русском сервере. Это что-то странно. Странно, нигде нету, наверное. Хорошая халява. Окей. Смотрим, что дальше интересного есть. Так, наборщик за сам. Ну, тут я не знаю. Единственный вариант, у кого недостающий фоба добирать, либо остальные герои. В принципе, очень выгодное предложение. И свалин есть, и рогатка. Анубис ворожай для новых аккаунтов. Так, что по событиям? Разбиватели яиц. Нового героя сюда не добавили. 10 осколков. Так, в парящем. Парящем награды сменили. Не, на русском сервере так и не поменяли. Только на английском завели. Окей. Что еще у нас интересного? Временные акции. Базар. Подарок месяца. Магазинные безумия. Давайте посмотрим, что за подарок месяца. Что здесь интересного есть. Может, что-то тоже поменяли. Так, разбиватель яиц. Понятно. Магазинное безумие. Сейчас мы зайдем. Колесо фортуны. Цветущая зефирка. Прайм руна. Общая баназа. С 28-го. Сейчас посмотрим. Куча акций разных. Так. Мастер. Оккультист. Королева ос. И зефира добавили. Ну, в принципе, уже получше. Так. Разбей яйца. Что сегодня у нас в яичках на русском сервере? Раньше это всегда меняли. Огнекрыл, Земеройка. Прайм сумка только. Да. Десятая. Так, большая выгода. Счастливая сокровищница. Может, сокровищницу поменяли? Ну, хоть наборчик за один самоцвет. Это радует. Такс, ну, ПБшка, заклинательница, Асура, вообще сокровищницу бессмысленно уже во всех смыслах играть, она бестолковая. Так, бонус, число. Давайте еще безумие глянем, что здесь интересного есть. Ну, такое себе, что-то 3 часа, офигеть, 3 часа обновления. 50. Ну, как видите, не разбирают. Зефира 10. Вот такое. Так, окей. Поехали на английский сервер. Посмотрим, что на Англии сегодня. Так, давайте с ивентов. Коллекционер, 300 книг дают. Ну, такой себе коллекционер. Анубис, новая сумка. Тут все как обычно. Ничего они так и не меняли. Дискаунт. Что по дискаунту у нас? Так, ну добавляйся. Сейчас сделаем смену, посмотрим, что еще интересного есть. Что-то тупит немножко.
Ну, наконец-то раздуплилась. Такс. Смотрим дискаунт, обмен. 1800. Юрия, в принципе, неплохо. Что еще интересного есть? Да что за фигня? Не дают нам нормально посмотреть акции. Как я это люблю. Жесть какая-то творится. Так, что у нас по рынку сегодня интересного? Accumulation. Ну, неплохой пак накопления. Вот, действительно хороший. Смотрите, сколько кулаков можно получить. Так, наборчик такой. ФОБа 20 баксов стоит. Не 50, как на русском сервере. Такс, вот смотрите, новый скин, большой пак и 600, можно собрать сразу же зефира. Так, зефир, ну здесь такие плюхи. Нету, не добавляют, как-то странно, новых пакетов, до сих пор их не добавили. Так, коллекционер, мы посмотрели, дискаунт такой же самый, как и в прошлый раз. Можно вот скин, кстати, собрать, кому нужен. Так, что у нас здесь? 100% бонус. Бога грома нет. Гифт-карты также продают. Dragon Orbs, Accumulation. Ну, здесь ничего не меняют. Проспектор. В общем, ничего нового нет. Поехали посмотрим немочку. Что у нас интересного на немке есть? Что у нас интересного еще на немочке? Ну, пока русский только единственный. С акцией за один самоцвет. Так, здесь 100к, что-то не очень. Вот он, топовый коллекционер, ребятушки. Здесь только 5 осколков. Видите, нового героя сейчас. Но все равно неплохо. На русском так и не добавили. Ну, наверное, на следующий раз штука обновят. Возможность словить. Ну, тут вот один из топовых коллекционеров. Заслизник. Капец просто. Давайте попробуем выбить сейчас его. Сумка розы, ребят. Это просто пипец. 100 печенек. Тоже круто, кстати. Давайте попробуем паролить. За значки почета. Так, у меня места не хватает, как обычно.
Мне тут нечего освобождать уже. В принципе, можно вот это попродавать. Так, поехали. Нам надо словить голема. Блин, места нет. В принципе, можем вот этого продать, панду синих. Они все равно здесь очень редко падают. Один голем, ребят. Одни слизни падают, да ладно. Тритонище. Ну блин, дайте голема. Я хочу розу, панда. Нифига себе. Бочка. Что-то сегодня прям начали падать. Продаем. Поехали, пробуем собрать. Шанс такой, конечно. Ну, в прошлый раз мы получили здесь. Вот все, пожалуйста. Вот так вот. Просто налегке, ребят. Просто налегке собирается с коллекционера. Проклятый доспех. Офигеть. Ничего себе, здесь еще и топовый. Новый. Один как Волоков. Ну, тоже бог грома. Просто бешеный. Я в шоке. Так, ну что, поехали. Забираем плюхи. Так, а мы их все забрать, как обычно, не можем. Просто жесть. А не сервак, реально. Так, забираем сумку. Остальное я потом заберу. Так, ну что, поехали. Смотрим. Чик. Бум, 15. Блин, так и дай я ее соберу уже. Уже запарили. Это просто жесть, ребят. Просто пипец. 195-200, блин. 5 осколков осталось. Я офигею. Ну, в общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Это реально полный трэш. Я не знаю, что там нам еще. Еще одна такая акция. В принципе, как видите, раз в неделю она проходит. Просто можно налегке собрать топовые плюшки с этих акций. Так, что у нас по рынку сегодня? Супер наборы. Так, ну рынок замедления 9, кстати, продают. Ну такого ничего, прям мега новых сумок тоже не продают. Странно что-то, очень странно, что они новые сумки на нового героя не продают. Очень странно. В общем, вот так вот. Такой вот обзорчик, а к сожалению, я вам не зайду, потому что надо зайти под айдишко, это будет долго. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых обзорчиков. Всем удачи, всем пока.